have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами продолжаем играть в Думчик. И остановились мы с вами в прошлый раз на вот этом вот отвратительном месте. Ни на секундочку оно мне не нравится. Куда? Я сейчас сольюсь, это понятно. Куда мне отсюда? На стенку куда-то? У-ху-ху! Понятно. Давайте я только не буду перестреливать их с самого начала, пожалуйста. Это было плохо. Мне надо понять, куда дальше прыгать. То есть я понял, что с плиты на плиту это хорошо, это понятно. Мне туда надо будет идти заново? Нет, уже не надо будет. Понятно, мне придется опять со спамером этим драться, чтоб его. Вон, раз, два, куда дальше? Иди сюда. Иди сюда, чертов спамер. Серьезно? Ты меня просто перестрелял. Красава. Нет, не красава на самом деле. Черт. Отвратительное место. Типа, такой, подумай сам. Подумай сам. Надо тебе туда, не надо. Но я хотел бы еще и поджечь. Да, нет, нет, нет. Иди сюда. Иди сюда, поговорим. После гранаты он более охотно разговаривает. Граната его прям убедила. А, отвратительный момент в том, что я не знаю, куда прыгать дальше. Ну, допустим-то, ладно. Пойдем. Нет, нам не сюда. Куда? Через те цепи куда-то? Здравствуйте. Сходил бы ты знаешь куда, чувак? ТП-шку мне дать сходил бы. Все, я понял. Чух, 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 чух. Я же сейчас доберусь до тебя. И тебе будет плохо. Настолько плохо, что вот прям реально плохо. Стоп. О, спасибо. Мало жизней. А, блин, я не возьму тот кусок жизни, который там остался. Печалька. Ладно. Или возьму, он не пропадает. Ой, это красиво. Я думал, что все, мне уже это кранкец. Электричество. Ну как мило с вашей стороны встречать меня таким образом. Я просто очарован. Что я там говорил насчет... А куда, если... Вот, ну прыгну я туда, и куда мне дальше? Тут-то понятно куда, а там куда... Там есть стенка, куда можно запрыгнуть. Экстра жизнь. Что за экстра жизнь? Стоп, или это как раз то место, куда мне и надо было? Да, это то место, куда мне и надо было. То есть я взял какой-то бонус, какую-то секретку. Туда вниз можно будет? Зачем? Наверное, потом надо будет, ладно. Или не потом. Я думал, тут проход есть. Игра, перестань. А,
А че эту броньку не взял? Че мне настолько не нужно? Фух, хорошо. Итак. Дверка. Угу. Что вы предлагаете? То есть я на одну такую штуку наступлю, и меня бомбанет, да? Нет. Предатель. Я просил всех оставить меня, я там, где я должен быть. Спасая людей, не принесет тебе удовлетворения и не снимет того груза, который на твоих плечах. Seek to defy the Calm Maker herself. It is your people's time now to give penance, just as it was mine. Теперь ты пойдешь к самому главному, но только теперь для твоих людей время уйти так же, как пришло время для моих людей. When his heart is laid to rest, then his soul will be at peace. Послушай. And so will mine. Тебе нужно, ну, короче, упокоить душу, и тогда моя душа тоже будет в спокойствии. Душу кого? Я так, честно говоря, пока что и не понял. Тут будут секреты какие-то, может быть, еще что-нибудь, не знаю. Давайте посмотрим. Итак. Кстати, у меня хпшка не полная, меня это немножечко напрягает. Неплохо он туда устроился. Блин, тут эти титаны все. Я на самом деле не знаю по лору игры, как эти называются. Надо будет читать, надо будет вспоминать. Лор, естественно, здесь есть, и он большой и глубокий. Давайте без левых аналогий, просто большой и глубокий. А вот. Но фишка в том, что я его, к сожалению, не знаю, и мне приходится сейчас разбираться по ходу вместе с вами. Да, среди вас, конечно, сейчас найдутся ребята, которые весь этот лор знают на зубок, и все таки, ну ты лошара, ты тут вообще ничего не... Да, ребят, к сожалению, я тут пока что мало понимаю, но игра интересная и затягивает то, что мне хотят здесь рассказать. Значит, Вега Дата, предатель. Опять же, повторюсь еще раз, я это, конечно, все перечитаю. Блин, читать, не перечитать, да, ну... Неплохо вы тут лифтами пользуетесь. Просто такой подкид. Интересно, что за... Минуточку! Дополнительная жизнь! Нам же вначале, мы когда выбирали уровень сложности, там же самый последний, самый тяжелый уровень сложности, он на какое-то определенное количество жизней. Не знаю, правда, сколько, я еще не интересовался этим, но там, короче, можно в конце концов потратить все жизни и тупо сдохнуть, проиграть игру, и придется играть заново. Так вот, может, вот это вот дополнительные жизни, которые мы подбираем, они для того уровня сложности, а сейчас, ну, то есть имеется в виду, на, пройди на вот этом уровне, запомни, где находятся все дополнительные жизни, а потом, если будешь переигрывать на ультрасложном, на вот этом вот, то тебе все эти знания пригодятся. И получается, как минимум, это уже вторая дополнительная жизнь, которую мы видим. Может, я пропустил еще где-то больше, но это вторая, которую я видел. И у меня сверху, вон, он сейчас мигает, этот, типа, шлем плюс один. Что это значит, я пока не знаю. Ладно. Пришли к неким умозаключениям. Знаете что, ребятки? Арсенал. Арсенал и... Да, у меня есть три печати вот этих, которые я могу потратить на что-то. Ага. Моментальная зарядка. На 75 быстрее, на 75% быстрее заряжается. Primary Charger. Не знаю. Быстрая зарядка. И моментальная зарядка. То есть, по сути, можно потратить 4 на то, чтобы ракеты заряжались вообще моментальнейше. И микроволновка. Быстрее заряд луча. Кстати, я так и не понял, до сих пор какой штукой пользоваться. Возможно...
Ну, там написано, типа, нажмите, зажмите второй кнопкой, он будет аккумулировать энергию. Давайте мы сейчас в пассивке это зажмем. Так, и, кстати, вот это случайно плюс один, я не знаю, что за плюс один. Давайте так, что у нас на дробаш? Выброс слепучей бомбы увеличен на 20%. Странно, что это так. Кстати, полностью автоматический. Быстрая трансформация. Я не пользуюсь, честно говоря, полностью автоматическим. Мне хватает автоматического оружия. Возможно, потом где-то мне это и пригодится. А вот это, кстати, прикольно. Движение во время полностью автоматической раскрутки дробовика увеличится на 20%. Это неплохо. Знаете что? Давайте я все-таки сейчас качну ракеты на вот эту вот, на крышечку. Вот, потому что скорость зарядки ракет явно это то, что нам сейчас мешает. Теперь, если мы... О, как приятно! Работает на 1, 2, 3. Я не знаю. Да, есть, как бы, по-моему, радикальное меню. Да, оно есть. Но, блин, старые геймеры поймут. 1, 2, 3. Вот, короче, пушки. Менять пушки. Оп. Да, зарядка ракет. Хопа, моментальная. Оп. Красиво, красиво. Теперь мы будем этим пользоваться. Надеюсь, больше, чаще, сильнее, быстрее, блин. Вы издеваетесь, к черту, мне туда, а оттуда, ну, оттуда, как обычно. Оттуда туда, конечно. Я тупо промазал. Класс. Бустанулся и промазал. The extraction point has been identified. I will mark its location on your HUD. Вот кто мне скажет, что это не Марио? То есть это Марио на максималках просто. Ну вот серьезно, посмотрите, что это такое. Ребят, вы уверены, что мы на Земле? То есть, ну тут явно все выглядит как ад. Экстра жизнь получена. То есть мы туда прыгнули. С другой стороны, мы бы потеряли жизнь. У меня мало здоровья. Мало здоровья. Интересное кино. Потому что меня эта штука задела, да? Нам дальше вон туда, вон туда. То есть предлагаешь... Привет. Интересно тебе тут сидится? Ха. Кстати, как нам восстановить здоровье? Оно же, блин, само, зараза, не восстановится. А, у меня 11 хп. Экстра жизнь? Вы серьезно? Вот так это работает? Я так тупо просрал сейчас? Да ну нет! Нет! Да ну давайте же не заново каждый раз! Да ну зацепись! Ну что ты делаешь? Ух, зацепился, спасибо. И меня это сейчас убьет, да? Нормально. Аптечка! Аптечка!
То есть после этой адской пропрыжки, потратив две дополнительных жизни. Кстати, ну, по крайней мере, мы поняли теперь, как работает экстра жизнь. Откуда меня стартует? Отсюда же? Мне же не придется пропрыгивать от самого начала. Не придется. Хорошо. Можно его также бомбами заспамить. Неплохо, это срабатывает. Ух ты ж! Меня убили. Меня убили. Дофига тяжелых монстров. Дофига тяжелых монстров. Мне это не нравится. Так, кстати, тут есть эти дробашные патроны. Ой, я ему пушку снес. Кто меня бьет, я не понял. Он меня подкинул. ХП, ХП! Еще ХП. Еще ХП. Что происходит? Я только сейчас понял, что это портал, чтоб тебя! Блин, меня убили. Сзади меня портал, серьезно? Потому что у меня так тун-тун-тун, все так поменялось. Ёпарусь, это я так тупил сейчас. Спасибо, спасибо. Это портал. Нет, ну я ж тут сгорю, ну блин! А как бы я оттуда вылез, по-вашему? То есть падать вообще нельзя, да? Спасибо, я понял. Он еще этот терминатор такой. Блин, жестко. Черт побери. Так, ладно, тут патроны на дропаж есть. И все, и жизни нету. Здравствуй. ХПшка, ХПшка. Жизни опять нету. Жизни! Жизни. Есть. Как? Что? Куда? Что произошло сейчас? Меня просто выпихали на самом-то деле. Ой. Пойдем, 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 поговорим, пойдем. Пойдем, я не против. ХПшка. Есть. У меня 6 оставалось. Ху-ху-ху. Так, все. Да ну каким образом? Так, ладно, ребят, я там вроде как-то когда-то говорил, что левел дизайн меня устраивает. А, я постоянно отступая, падаю вот в этот огонь и выбраться из него не могу. Я понимаю, что это мои проблемы, но, черт побери, это сложно. Не реви.
ХП! ХП! Патроны! Патроны! Ну, в смысле, патроны, ХП-шка! Еще с тебя ХП-шка, пожалуйста! И с тебя тоже! Нет, я опять упал! Ну, то есть я их всех уже прибил, но, блин, я сейчас... Как это тупо получилось! Я уже всех больших прибил, и голову прибил, и тяжелого прибил, и скорпиона... А, как это бесит. Я просто упал и сгорел сейчас. В прямом, блин, и в переносном смысле, твари. Сгорел. Так. Да, блин, уйди! Где он? Интересно, мелкие лезут бесконечно или нет? Кто меня бьет? Иди отсюда. Блин, и все, у меня опять мало жизней. Кто? Вон, вижу. Блин, меня тяжелый выталкивает. Я сейчас сдохну. Ну, блин. Тяжелый вообще берет просто и всей своей тушей меня выталкивает. Неудачно, согласен. Наверх лезть тоже не очень хорошая идея. О, вот это сейчас было красиво. А почему я так зациклился на дробаше? Вот это сейчас было красиво. Мало хпшек. Класс. Вот это сейчас было красиво. Тебя тоже, чувак, туда же. Брони нет вообще, я тебя понял. Там второй этот, да? Один хп. Красиво, красиво. Ай-яй-яй-яй-яй! Нет! Кто меня убил? Какой кусок говна меня убил? Они мне сейчас мстят. Это я понял, да. Это, короче, фишка. Они мне мстят за то, что я им говорил, что вы тут типа просто для декорации. Вы никто. До свидания. О, неплохо. А чё он так быстро слился?
Так, где? А ты там сдохнуть, например, не хочешь? Не знаю. Вдруг у тебя появилось такое желание. Нет! Так... Так как? Я-то вообще сейчас недопонимаю этого. Ладно, ребят, погодите. Ребятушки, у меня такое ощущение, что я справился. Это... Я не знаю, сколько раз я тут подыхал. Там то, что вы видели на видео, ну, можете спокойно умножать на 3. И да, можете мне ко-ко-ко орать, короче, в комментах, что я криворукий олень. Мне пофиг. Игрушка реально чертовски тяжелая. То есть это тот хардкор, который, черт побери, хардкор. Нам туда. Комбат 5 из 10. Exploration. Ух, сохраняемся. Fortress of Doom. Чит-коды. Кстати, надо будет еще почитать, что это за чит-коды. То есть, ну, то есть это что-то официальное, что можно найти в игре, что называется чит-кодами, но на самом деле, наверное, или не является. Не знаю, давай. Фух, мы у себя. You can now find the remaining hell priests by activating your celestial locator. Мы можем качнуться, мы можем что-нибудь сделать. The second Hell Priest is located in the northern region of Earth. I will calibrate the portal now. Бомбяще, просто бомбяще. Due to power constraints. Once power has been restored, you will be able to access the entire ship. Ну пойдемте. Активируем кораблик наш. Sentinel Batteries. Так. Вставляете батарейки в, собственно, места для них предназначенные. У нас... А, то есть наш корабль называется Крепость Дума. Чтобы открывать вещи и пауэрапы. То есть, ну, ну хорошо. Это апгрейды какие-то нам позволят делать. То есть у меня будет не один такой... Блин, тут целая крепость, реально. Пушечко. А я... Это БФГ? Это БФГ. А как мне ее получить? Хочу такую. Заверните две, пожалуйста. Итак, кораблик, кораблик, кораблик. Вот здесь нам понадобится, чтобы получить улучшение, раз, чтобы получить, не знаю что, 2, 3, 4, как минимум. Это на этом этаже нам понадобится 4. Что у нас тут? Ой, блин, это красиво. Череп какого-то демоняки. 4, 5. Вот это мне нужно. 6. Это тоже хорошая вещь. 6 нам уже нужно как минимум. Угу. Я вас понял. Как минимум еще 6 таких элементов нам понадобится. Везде, когда хочешь нажать и активировать, он такой хыдыщ рукой. Он такой, нет, не ломает. Потом, да ладно. Блин, я хочу БФГ, но он же явно здесь уже. Ну, блин, дайте мне эту штуку. Неплохая у нас такая крепость, знаете ли, что я вам скажу. А тут что? Ага!
7. Улучшенный костюмчик. Минуточку, то есть мне придется с самого низу подбираться или как? Или я могу просто прийти, вот втыкнуть сюда, сказать, вот хочу вот этот костюм. Зачем я перезаряжаюсь? Моя дурная привычка перезаряжаться, ребят. Вы, если, наверное, смотрели мои другие видео, вы знаете, что у меня вот эта геймерская болячка. Выстрелил патрон, перезарядись. Это видно у меня практически по всем видео. Не спорю, виновен. Так, это... красиво, красиво, не поспоришь. Что? А, у меня что-то зарядилось просто. В общем, это такой больше замок, хотя мы находимся в космосе, и это корабль, но это больше такое похоже на замок какой-то. Так, давайте посмотрим, что здесь. Что за клешня? Ага, ледяная бомба. Нажмите левый Ctrl или... Левый Ctrl. А, ну это Грену кидает, а G... То есть кнопка под Грену. Она будет нам менять фраг на ледяную. Ну, фраг нам, кстати, нужен. Хотя... Не, ну фраг хорошая вещь. Хорошо, я вас понял. Кроме вот этого щелкающего звука и махонького индикатора снизу, мы не знаем. То есть, ну, понятно, что нужно быть более внимательным. Да, ребят, то, что я хотел сказать насчет интерфейса. Вот сколько я уже в эту игру наиграл? Не знаю, наверное, часа 4. Наверное, может, меньше немножечко, где-то 3,5. Вот. Так ты вот смотришь, на экране видно твои жизни, на экране видно броню, на экране видно твои патроны. Начинается бой, и все это настолько не видно, потому что у тебя, блин, просто экшон во весь экран, и ты быстро бегаешь, и то, все это, и очень редко можно трезво оценить свое количество жизней. И, кстати, да, насчет количества жизней, которое здесь, ну, то есть, жизнь уходит просто катастрофически быстро. И если ты не будешь добивать врагов вручную, практически каждого врага добивать вручную, то будешь загружаться очень часто, фактически то, что я делаю. Но проблема заключается в чем? Разные враги имеют как бы сопротивление к определенному оружию. А некоторые враги, например, ты такой берешь, отстреливаешь крупного моба из дробовика. И гренками его закидываешь из дробовика, и отстреливаешь из дробовика, и тут резко тебе нужны жизни. Ты поворачиваешься к мелочи, мелочи идет 100-500 человек, ты начинаешь их фигарить из того же самого дробовика, они разлетаются без возможности добивания, потому что дробовик для них слишком мощный. И ты начинаешь судорожно менять оружие, которое нанесет им определенное количество урона, чтобы их не убило, но чтобы ты мог получить из них жизни. И все это происходит в доли секунды, и ты такой быстро подбираешь, какая пушка, сколько раз из нее надо выстрелить, тык-тык-тык-тык-тык-тык. И вот в эти моменты убивают просто офигеть как часто. Вот этот вот момент меня немножечко смущает, как бы, да, красиво, когда ты подбегаешь к чуваку с дробашом и такой в лоб ему в упор хды еще, он разлетается на части, но при этом хпшки он тебе не дает. И, ну, меня это уже просто не раз подставляло, и я решил поделиться этой проблемой с вами. Если у вас по-другому, пожалуйста, рассказывайте, делитесь. Если есть какой-то выход, я бы тоже был рад об этом узнать. Ай, блин, ладно, много разглагольствований на эту тему. Но пока что, наверное, ребятки, давайте все. Давайте на этом все. Сегодня пока что, по крайней мере. А вот после вот этой боевой сцены последней я вымотан. Вы даже не представляете, насколько там вот кошмарище творился. И причем очень много раз у меня было, когда... Я уже практически всех хэвиков перебил, меня добила какая-то мелочь, или перебил всех хэви, свалился в огонь и сгорел. Ну, блин, часть из этого вы сами видели, где-то, наверное, 2/3 из этой резни я вырезал сейчас, потому что, ну, на это реально становится скучно смотреть, и, наверное, вам уже скучно слушать мою болтовню, пока я бегаю по думу. Короче, ладно, пофиг. Я постараюсь больше не толкать таких тирад, но эта игра не разрешает разговаривать. Она такая быстрая, динамичная, поэтому все, я выговорился. Вот, давайте тогда увидимся в следующей серии.
Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.